Ну, всем здравствуйте! С вами Татьяна и Старая Сосна. 10 градусов вода. Наш репортаж прямо из воды. Может быть, вот Старая Сосна потрогала, какая вода, на себе испробовала. Вот стоит. 9, это я ее 9-10 я ее похвалила. Меньше, да? Ну хорошо. Во всяком случае, вот вы видите. Из воды мы вышли, да. Мини-купание. Вот, маски у нас спущены, но вообще-то мы не нарушаем режим. Там, где положено, мы ходим в респираторах и в масках. Сегодня гораздо теплее, чем в прошлый раз. Вода у берега мутноватая. Нет, там, где песочек чистый. Ну да. Ну, а здесь прибило немножко водорослей. Вот, смотрите, какие чудные, красивые зеленые водоросли. В них много мух и всякой-всякой мелкой какой-то козявки. Волна тихая. Людей по-прежнему мало, но сегодня рабочий день. Ой-ой-ой. Очень аккуратно. Там скользкие камни. Осторожно. Не надо туда ходить. Вот лучше прямо в песочек туда. Да, во-во-во. Вот там вот и стоять. А то можно так навернуться, и будет как в прошлое купание по одежде. Хочешь тебя побрызгать? Не, не надо. Да? Не, зачем мне? Какой приятный, охлаждающий. Я верю. Мне и так хорошо. Вот, мы находимся почти на том же пляжике, только мы чуть-чуть прошли по склонам. Вот, искали возможность, чтобы спуститься было легко. И вот здесь спустились. Да. Воздух чистый, прозрачный, изумительный. Море спокойное, манящее. Людей на пляже еще меньше, чем было. Ну, по трассе машинки ездят. А мы сейчас будем ходить с тобой. А мы сейчас будем ходить, да. По Критскому лабиринту, по склонам. Я потом со склонов тоже покажу, что там на склонах, если удастся. Да, вот такая у нас красота здесь. Бабочки летают. Так, Старая Сосна, ваш третий заплыв. Может, четвертый, может плохо закончиться. Может закончить, может завершить всю нашу прогулку. Чем? Потому как запасных штанов у нас нет. Не будет никаких проблем. Хорошо. Ладно. Я привыкла, я уже поплавать хочу. Ну что, попробуем продолжить наш поход по этим камушкам, напоминающим Критский лабиринт. Ой, вот так вот, камушки живые. Ой-ой-ой, камушки качаются под ногами. Наверное, когда будет прилив, это все затянет водой, а потом, может быть, еще и песком забросает. Но пока что купаться здесь некомфортно. Очень много камней, можно пораниться. Был большой камень, раскололся. Кто-то потерял обувь. Так, ну где там наша Старая Сосна? Отсюда красиво видно пляж.
такие склоны. Вдалеке тоже на осыпающихся склонах старые орехи. Здесь дикие маслины. Ну вот такой довольно однообразный пейзажик у нас здесь. Сплошные камни. О, к сожалению, мусор. Пластик. Дальше тоже груда камней идет. По склону цветут желтые цветы и маки. Паночка летает. Прямо чистая облина. Мы пробуем. Я надеюсь, что съемка продолжилась. Вон там высыпающиеся куски склона. Красиво, да? Вверху гостиница. Вот. Вот. Бабочка не удалось снять, да и ладно. Вот мы просто находимся на этом склоне возле этого же пляжика. Когда мы поднялись немножко вверх. Что-то матери подали. Всегда цветут на краю склона. Красивые маки. Дело лаконичное. Трапа, сестра Паланка. Вот такие же скалы на отрове. Да, вот эта скала вблизи. Сыпающаяся. Ну что, есть какая у нас легенда какая-нибудь об этой скале маленькой? Живут такие тварюшки маленькие. Вот видишь, там сколько гущер для гнилых ушек. Я не вижу, но я верю. Круглые дырочки. Рядом с камушками. Видимо, птички какие-то живут. Может быть, полевочки, мышки. Да. Очень много бабочек. Вот мы немного отошли. Видно все это сверху. Мы сейчас находимся вверху. Вот пляжик, на котором мы гуляли в прошлый раз. О, вон ворона, смотри, ворона прямо по водорослям, по камням бегает. Сейчас будет что-то в воде ловить. Ух ты! Она, наверное, ничего себе, крупная какая. Ага. Наверное. Ну, последи за ней, последи, что она там делает. Смотрите, мы находимся на склоне, который частично уже обрушился. Он нижняя часть. Кто? Две вороны и поползли. Вот, буквально этот склон сползает. Вот эти трещины. Видно, что через какое-то время еще несколько дождей. Возможно, вообще весь он уйдет, осыпется. И вот этот перешейк, на котором мы находимся, уйдет. Нет, не будет его. Хотя понятно, что он тоже когда-то откололся вот от этой верхней скалы и ушел сюда вниз. Обрушение будет вот-вот уже. Мы не будем его провоцировать, да, пока мы стоим здесь. Солнце светит, я не знаю, возможно, засвечивает. Ага, вот так вот. Видно, как уходит эта часть, по которой мы сейчас шли. А вот еще тоже есть такая часть, кусок этого склона. По нему недавно ходили. Видно тоже, как он уходит. Думаю, вряд ли видно, но он там копошится, ворона в воде на камушках. Собирая, выискивая добычу. Ну
мы обнаружили вот еще такую здесь. Ну, это те самые камни, которые в прошлый раз мы видели, они осыпаются. И вот мы здесь обнаружили лестницу, по которой я спустилась чуть ниже, чтобы снять. Вот здесь совсем белая выбеленная стена от солнца. Камыш. И в следующий раз, если даст Бог, мы придем сюда погулять и посмотрим, что здесь. Вот, а пока что мы прощаемся. С нашими чудными Мальдивами. До следующей прогулки. Сегодня очень красиво. Мальдивы, до свидания. Море, мы тебя очень любим. До свидания. С вами была Татьяна. В период карантина на Мальдивах. Всем хорошего дня. Христос воскресе!